Друзі, вітаю! Мене звати Ігор Гаврищак. Традиційно це є YouTube-платформа 24-го каналу. Перед тим, як представити нашого гостя, хочу вас наполегливо попросити. Не забувайте підписуватись, ставити дзвіночки і коментувати, аби YouTube-алгоритми краще бачили і краще поширювали наше відео. І ви також не забувайте ділитися посиланням своїми друзями та рідними. Нам треба більше глядачів, тому що в нас завжди якісні і змістовні розмови. Тим паче сьогодні. А я вітаю нашого гостя. Це Юрій Рашкін, американський політик російського походження. Юрій, здравствуйте. Здравствуйте, Ігор. Большое спасибо за приглашение, как всегда, и слава Украине. Героям слава. Хочется начать, Юрий, конечно же, с того слива информации, Белый дом, который сейчас оценивает риски той информации о контрнаступлении, и не только о Египте, о том, что 40 тысяч снарядов хотел Египет передать России, и много-много другое. Вот у меня вопрос, Юрий, уже много сказано, много проговорили о этом сливе, и как вам кажется, это реально проблема утечки информации, очень серьезной, под грифом серьезной или топ-секретно, из Белого дома, или это продолжаются игры между Белым домом и Кремлем? Ситуация тут непростая, потому что мы сейчас пытаемся сделать выводы, базируясь на расследовании, которое еще на самом деле не закончилось. И, конечно, у нас тут же возникают ожидания того, что могло произойти, и того, что, скорее всего, произошло. Но, тем не менее, надо учитывать то, что поступает информация, и информация в состоянии менять наши выводы. Например, по поводу информации, которая была слита, мы видим, что там была и тактика, и стратегия, и также наши отношения с союзниками, которые могут повлиять, если это смотреть, я думаю, в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном виде. Если смотреть в краткосрочном, то как бы неприятно, но в конце концов, что значит, это не изменит того, что Россия проиграет войну, Украина выиграет, и сейчас пойдет контрнаступление, и вот такие сливы уже как бы не особенно меняют на то, что должно произойти, потому что, в конце концов, сколько бы российская армия не знала о том, что будет, это все равно будет российская армия, которая воюет, как российская армия, сколько бы сливов не было. В среднюю надо придется теперь разбираться с союзниками, надо будет восстанавливать доверие, которое регулярно теряется и обратно зарабатывается обратно, потому что, с одной стороны, американская разведка дала точно знать, что, какие планы у России, у Кремля и у Путина, и это все оказалось реальной правдой. А с другой стороны, ну, мы, видимо, следим за нашими союзниками так же, как мы следим за нашими несоюзниками. И, конечно, это большой стыд и срам для России, потому что мы, в общем-то, знаем все про их планы. Иногда даже больше мы знаем про Россию, чем мы знаем про Украину. Но, тем не менее, особенно с союзниками как-то неудобно. Вот в 2010 году, когда был слив через Сноудена, и мы узнали, что, оказывается, американская разведка следила за телефоном Ангелы Меркель. Все это как-то неудобно. Но, с другой стороны, в долгую это все рассасывается, потому что наши союзники продолжают быть нашими союзниками. И даже на выборах Обамы, когда он переизбирался в 2012 году, этот слив в 2010 году не изменил ситуации. Обама был переизбран в президенты. Так что сказать, что это повлияет на политику в какой-то момент в Соединенных Штатах, тоже, в общем-то, не приходится. Поэтому мы видим, что значит, что-то произошло. Теперь что же произошло? Кто это слил? По какой причине? Информация, которая сейчас поступает из Белого дома, это то, что они сейчас в середине расследования, они расследуют и не хотят, так сказать, торопиться к выводам. Что тоже вполне нормально, потому что мы знаем, что когда выводы будут сделаны, они это опубликуют. До какой степени это, так сказать, возможно, не вредит нашим разведке. Потому что, естественно, опасность в том, что такие сливы потенциально не только говорят о том, что, скажем, мы знаем все о планах России, но и то, что кто-то в России с нами разговаривает, или, возможно, мы так же, как они, непонятно, эту информацию вынули у нас через хакерство, или если ее кто-то
Если там есть какой-то агент, который нашпионил, то же самое обратно, в другую сторону. Если мы эту информацию вынули у России хакерством, или там есть наши люди, которые с нами разговаривают. Если есть там люди, которые с нами разговаривают, то такой слив, конечно, может поставить их жизнь в опасность, что может навредить возможности нам в будущем получать важную информацию. Ну и как бы то, как этот слив вообще произошел, тоже вызывает определенные подозрения, потому что Guardian сейчас пишет о том, что это, возможно, был слив, который произошел в результате спора между геймерами во время игры в видеоигру про войну. То есть, я не знаю, кто там играет со стороны России и с других сторон в эти игры, но непонятно, насколько этот слив вообще на данный момент был санкционирован и организован Кремлем, и насколько это могло быть просто недисциплинированные, неорганизованные геймеры, которые решили там кому-то что-то показать, и вот они слили такую ценную, важную информацию. Так что много еще непонятного, но я думаю, что на планы контрнаступления это не навредит. Юрий, вот вы вспомнили о союзниках Соединенных Штатов, и, конечно же, вспоминается встреча, прилет в Пекин президента Франции Макрона, ну и президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Ну, в первую очередь, конечно же, Макрон и то, что он привез туда 50 бизнесменов, и потом заявление Макрона о том, что нам нужно Европе отдаляться от Вашингтона, не иметь такую зависимость от Вашингтона. Что это обозначает? Это утрата какого-то реального союзника в Европе для Соединенных Штатов? Или это Макрон так пытается по договоренности с союзниками и с Соединенными Штатами тем же как-то уболтать Си Цзиньпиня не помогать России? Вот мы даем вам европейский рынок, вот приходите, вот здесь миллиарды, но не помогайте России. Я не чувствую, что здесь есть какая-то реальная угроза тому, что Франция перестанет быть близким союзником Соединенных Штатов и станет союзником Китая. Это как-то представить относительно все-таки сложно. А то, что Франция всегда считает, что у Франции свой особый путь, и они не должны зависеть от Соединенных Штатов, ну, тут ничего нового тоже нету. Так что, так сказать, удачи. Почему-то, в конце концов, они зависят от Соединенных Штатов, и Соединенные Штаты спасли их во время Второй мировой войны. Ну, пожалуйста, хотя сейчас поговорить с китайцами и помахать мешочком денег под носом у китайского авторитарного лидера, чтобы он передумал о своей воинственной стратегии, вместо этого подумал о том, что нужно деньги делать. Вот возможность. Давайте, можете даже, наверное, как бы оттянуть от Соединенных Штатов. Но я не уверен, насколько такая стратегия работает на Китай. Все-таки у них, видимо, другие планы. И насколько это поможет. Мы видим, как Макрон пытался отвлечь Путина от его большого вторжения в Украину. И, к сожалению, как это такая стратегия, такая дипломатия не сработала. Вот, кстати, да, вы вспомнили, Юрий, очень много европейских политиков пытались контактировать или прилететь в Москву перед полномасштабным вторжением. И вот сейчас такой период, что все летают в Пекин. Это просто так обстоятельства стали похожи? Или именно сейчас летают все и говорят, и убеждают Пекин, потому что Пекин еще раздумывает, помогать России больше или нет? Вы знаете, вопрос, во-первых, со стороны Европы, со стороны Франции, со стороны Европейского Союза, им нужно показывать, что они миролюбивые, что они за мир, и нужно с кем-то говорить. С Путиным говорить уже бессмысленно, это просто пустая трата времени, это всем видно. А поэтому, видимо, возможность такая появляется, что Китай – это тот рычаг давления, который может каким-то образом повлиять на Россию, хотя все, что мы видим, это то, что как раз у них такая договоренность без контроля, когда Китай не дает оружие, а Россия делает, что хочет. Поэтому сказать, что это, так сказать, эффективная дипломатия, ну, надо с кем-то вести дипломатию. Вот они ведут ее сейчас с Китаем. А с точки зрения Китая, возможно, вопрос идет о том, чтобы помогать России или нет, а возможно, идет о том, насколько Китай сам становится более воинственно настроен по поводу того же Тайваня, и который может потерять большую поддержку западных компаний от Airbus и дальше по
списку, если это произойдет, потому что мы уже как бы западные индустрии, политики многому научились за последний год о том, как вводить санкции, как бороться, как противостоять авторитарному режиму, и просто так же, как Китай смотрит на Россию и делает выводы, все тоже смотрят на Россию и делают выводы, поэтому если Китай решит, что они готовы сейчас, что окно возможностей для них открылось и нужно срочно брать Тайвань, пока Запад занимается Украиной и Россией, то тут переговоры тоже, возможно, могут быть важны, доказать и напомнить Китаю, что они могут многое потерять, если они решатся на такую военную авантюру. Юрий, вот, кстати, скажите, пожалуйста, а как оценивают в эстеблишменте, да, в политических кругах в Соединенных Штатах риск того, что Китай таки военным путем может пойти на Тайвань? Или это все больше все-таки разговоры и перетягивание каната? Или Китай реально, считают в Соединенных Штатах, может начать военную кампанию против Тайваня? Вы знаете, чем больше мы видим таких обменов дипломатическими ударами, когда наш предыдущий спикер Палаты представителей слетала на Тайвань, теперь текущий спикер Палаты представителей встретился с президентом Тайваня в Калифорнии, все вот эти обмены говорят о том, что ситуация продолжает накаляться. И изначально советник по национальной безопасности Джейк Салливан считал, что Китай является нашей главной угрозой в долгую, что в короткую, конечно, это Россия, но в долгую это Китай. И ощущение такое, что чем дольше России удается продолжать войну и как бы не лопаться от этой перенагрузки, тем больше это, видимо, создает ощущение, что это что-то, что может попробовать Китай с Тайванем. Но ощущение того, что это движется к какой-то военной развязке, к сожалению, только увеличивается. И хотя цель наша тут надавать Владимиру Путину так, чтобы Китаю было неповадно, возможно, в этом смысле контрнаступление поможет нашей дипломатии с Китаем показать им, что удары идут в обе стороны, и что военное участие, и что военным способом пытаться взять Тайвань плохо кончится для Китая. Но это вопрос в том, что Китай считает, как бы, когда у них открывается их окно возможностей. Если это окно возможностей открывается сейчас и будет открыто какое-то время, или если оно откроется в 27-м году, как сказал Си Цзиньпин, который сказал своему там генеральному штабу, что он хочет, чтобы китайская армия была готова к захвату Тайваня в 27-м году, эта информация могла, так сказать, ситуация могла измениться. Поэтому в Соединенных Штатах очень серьезно рассматривают сейчас военную угрозу Китая и, по крайней мере, на то, как это может сказаться на попытках Китая захватить Тайвань. Информация о другой стране с этого региона. Интересно, что Япония вновь заговорила о Курилах. И она вновь заявила, что Южные Курилы, да, они оккупированы Россией. На что уже успел ответить пресс-секретарь Путина Песков, что нужно якобы быть осторожнее с этими заявлениями. Как вы считаете, Юрий, вот претензии Японии, они тоже могут быть реальными? Или это Япония в свете того, что она есть союзник Украины, она помогает Украине, Россия есть агрессор, поэтому Япония и напоминает России о Курилах, просто напоминает? Ну да, как бы, так сказать, мы все еще ждем Курилы. Где наша пицца? Еще везут? Мы все еще ждем. Это интересный вопрос. Вы знаете, тут на самом деле очень большую роль играет Китай. Потому что Китай пересмотрел свою политику. И вот эта и война, которую мы сейчас как бы вот живем через это историческое время, укрепляет союзы авторитарных стран и укрепляет союзы демократических стран. И так же, как Мао в 65-м году сказал, что эти территории, эти острова были несправедливо оккупированы Россией, Советским Союзом, и это была политика Китая долгое время, сейчас мы видим, что Китай уже пересмотрел эту политику и относится более
более нейтральны к тому, кому принадлежат эти Курильские острова или северные территории, как они называются в Японии. Так что тут такой момент еще про Японию. Недовольны тем, что Россия запретила им рыбачить в этом районе. Они недовольны тем, что противоракетные системы устанавливаются на этих островах. То есть Россия ведет себя вполне вызывающе. И на самом деле, мне кажется, что это просто как бы преддверие того, что произойдет, и к тому распаду, к которому движется Российская империя, когда, глядя на то, как она может развалиться в любой момент, Япония напоминает, что вот те острова, которые там, значит, это японские острова. И это, мне кажется, таким преддверием и пониманием того, что грозит в будущем Российской империи, которая может развалиться на части очень быстро в одночасье. А то, что Китай при этом имеет свою позицию, Южная Корея имеет свою позицию, и при этом, понимаете, почему так важна война в Украине еще? Потому что это действительно международный порядок, когда, если вдруг выясняется, что сильная страна может всегда прийти и забрать у так называемой слабой страны то, что хочет, то практически у каждой страны в мире есть какие-то территориальные несогласия со своими соседями. И тогда мы просто открываем бокс, ящик Пандоры, в котором все будут воевать, могут воевать со всеми. Поэтому Япония, которая сейчас пересматривать свою военную стратегию через десятилетия и думает о том, что нужно вооружаться опять. И напоминание о том, что Курилы – это японская территория. Это просто, я в этом слышу такое преддверие будущего. Ну вот, знаете, вы сказали о ящике Пандоры с Курилами и Японией. И также многие говорят о том, что если, не доведи Господи, Россия использует ядерное оружие и не будет ответа, это тоже будет ящик Пандоры, потому что другие ядерные страны поймут, если нет ответа на ядерный удар, да, так почему мы не можем использовать ядерное оружие? Это то же самое. Поэтому вот в свете того, Юрий, как вы считаете, насколько ядерные угрозы России реальны, или это всегда последний козырь, да, или, как они говорят, красная линия в своей риторике? Ну, это вот тот мировой порядок, который Соединенные Штаты защищают, то, что принесло столько десятилетий процветания всему миру после Второй мировой войны, когда страны в Европе перестали воевать друг с другом, когда наступил более-менее мир, и в последние десятилетия больше людей, как бы мы выжили от голода, и от войны, и мир стал развиваться в более хорошую сторону, несмотря на то, что все новости, которые мы смотрели и смотрим, нам всегда рассказывают о всяких ужасах, но до войны в Украине, которая является самой большой войной в Европе после Второй мировой войны, мир на самом деле стал более безопасным, чем он когда-либо был. И то, что Россия машет своей ядерной дубинкой и напоминает всем, что они могут выйти из пещеры и начать разбрасывать вот такую ужасную, могут практически уничтожить планету, это очень важно, и американские военные не в состоянии игнорировать это, потому что чувствуют на себе большую ответственность. И у нас все-таки большой, наша армия велика, и мы заточены на то, чтобы противостоять ядерной угрозе. Так же, как Китай хочет российский зонтик, Европа хочет ядерный зонтик от Соединенных Штатов. Поэтому все наши союзы, в конце концов, даже, так сказать, приходят к тому, что ядерная угроза является реальностью. И то, что России нужно забрать у них это ядерное оружие как часть договора и часть мирного договора или капитуляции России, как бы это ни называлось, но окончание войны, мне кажется, становится все более и более очевидно. Мы слышали интервью президента Билла Клинтона, бывшего президента, который сожалел о том, что он участвовал в договоре в 1994 году, когда Украина отказалась от своего ядерного оружия. Так что очень много разные политики, которые, так сказать, произошла за последние десятилетия, сейчас пересматривается и Китаем, и Японией, и бывшими американскими президентами. И то, что Россия считает, что они могут получить то, что они хотят, размахивая ядерной дубинкой, это абсолютно противоположное от того, что произойдет, потому что размахивание ядерной дубинкой просто напоминает всем, что нужно эту проблему под названием Россия решать как можно скорее.
Кстати, вы вспомнили Билла Клинтона. Он все-таки признал свою ошибку. А вот Ангела Меркель не признала. Да, 2008 год, когда не приняли в НАТО Украину. И даже вот эта политика после аннексии Крыма. Нет санкций, нет никакой реакции. И Ангела Меркель дальше говорит, что все было сделано правильно. Ну, это такая отсылка. Если говорить, Юрий, о внутренней политике Кремля, и вот вы сказали, что империя будет рано или поздно распадаться, верите ли вы в то, что в российского народа есть понятие терпения? Потому что вот последнее, что приняла Госдума, сразу в трех чтениях, вот немедленно, молниеносно, то, что теперь будут выдавать повестки, да, в электронном виде. Тебе в телефон пришла повестка, все, ты не можешь выехать из страны, пока не придешь в военкомат. А если 20 дней ты не приходишь в военкомат, ты не можешь водить машину. Это же, ну, закручивание таких гаек уже, что хуже куда не, уже некуда, потому что это же не так называемая спецоперация, это реальная война, это полная мобилизация. Да, это полная мобилизация. Тут много зависит от того, насколько будут закрыты границы. Потому что если границы будут открыты, то люди будут сейчас еще больше бежать из России. И я просто вспоминаю моих собственных родителей, которые покинули Советский Союз в 1988 году. Не просто потому, что они были евреи, не просто потому, что они ненавидели Советский Союз, а потому что у них было два мальчика, и они не хотели, чтобы их сыновья оказались в советской армии. Так что это очень сильный мотиватор для многих людей покинуть страну. И я думаю, что сейчас мы просто будем наблюдать, как Россия теряет, так сказать, все умные, адекватные уже уехали. Сейчас забирают всех бедных в армию. Кто остается? Замужние, женатые, так сказать, остаются люди, которые не могут покинуть территорию. Это не то, на чем держатся, на чем строятся великие страны. Например, Соединенные Штаты построены иммигрантами. Люди, которые считали, что если они покинут свое насиженное место по любой причине, потому что нужно, потому что хочется, то они могут достичь чего-то большего. И они оказались в Соединенных Штатах, и они из этой страны сделали то, что мы видим. А Россия – это, наоборот, страна, из которой люди бегут, так сказать, волнами. Сейчас начинается новое, видимо, продолжение новой войны, и новой волны исхода. И, конечно, это приведет к распаду страны, потому что там просто не останется никого. Но это терпение, которое вы упомянули, это действительно очень интересный момент, потому что, ну, это пушечное мясо, которое, знаете, как бы вот на этом сборище коров сейчас как бы закрывают ворота, а коровы как бы сидят и ждут, когда же ситуация улучшится. Что-то не похоже на то, что ситуация улучшится. И когда мы видим, сколько оружия передается Украине и сколько трупов возвращается в Россию, то о каком улучшении тут может быть речь? Путин абсолютно не заинтересован ни в мире, ни в переговорах. Он просто, видимо, решил по сталинским примерам, по царистским примерам взять столько, сколько нужно своего человеческого добра и запить его в эту мясорубку. Если, как во время Второй мировой войны, они потеряли 20 миллионов человек, кто его там знает, то как бы для Путина чем больше жертв, тем больше это становится такой исторической войной и историческим деянием. Он становится все более историческим деятелем. Так что это даже такая траектория, которая не изменит движение Путина. Он как бы как двигался, так он просто продолжает всю страну прокручивать через эту мясорубку. И посмотрим, если они будут вооружать детей, если они будут вооружать хомячков, кого они там, кто у них останется, кого нужно будет вооружить. Но люди бегут, потому что люди понимают, что вот эти все виртуальные повестки – это просто полная мобилизация. И это не от хорошей жизни.
Так что как-то печально в том смысле, что люди могут дать такое произойти со своей страной. Это как бы урок всем нам, потому что когда люди в Украине вышли на Майдан или когда в Соединенных Штатах проходили протесты по поводу Black Lives Matter, это все, когда люди чувствуют, что нужно что-то делать, и они делают, иначе будет хуже. И это приводит, как мы видим, на самом деле к позитивным результатам, потому что протесты напоминают политикам о том, что у них есть какая-то обратная связь, есть какая-то подотчетность, и потом на выборах это должно как бы стать официальным. Но то, что мы видим в России, это просто как бы с одной стороны говорит о том, насколько демократия прекрасна, насколько авторитаризм ужасен, и насколько это все зависит от людей, которые там живут, потому что никто не будет спасать россиян. Дело спасения вот этих утопающих, это уж точно их собственное. И если они считают, что проще сбежать или проще пойти на войну и там погибнуть, или, может быть, нет, чем выйти и протестовать, и требовать свои права, и требовать, чтобы с ними обращались как с людьми. Это их выбор. Никто тут им уже помогать не будет. А вот, кстати, Юрий, а вы правильно говорите, что дело утопающего – это рук дело самого утопающего. А нужно, могут ли россияне сами себе помочь, те, кто против, или даже не те, кто против войны, да, а те, кто понимает, что их нагибают каждый день. И второй, истекающий из этого вопрос, а нужна ли демократия России? Хотят ли сами россияне демократии? А знают ли они, что такое демократия, или им всегда нужен царь? Я думаю, что если взять среднерусского человека и вывести этого человека за пределы страны и дать ему, его семье, их потомкам пожить в другой нормальной стране, то постепенно они придут к пониманию того, что демократия – это имеет смысл, что их деньги как налогоплательщика имеют какое-то значение, что их голос считается на выборах и что это все приводит к каким-то результатам, которые они имеют какой-то контроль над этим, по крайней мере, влияние. Но Россия до этого, я не знаю, если способна вообще когда-либо дойти. Россия нам показывает опять и опять, что это полицейское государство, которое оно было и до революции 1917 года, и после революции, и сейчас. Там было у них пару лет такой относительной свободы, но, видимо, это не то, что к ним легко, ну, как бы, мне кажется, что тут еще проблема в размерах. Например, Саакашвили удалось достаточно успешно побороть коррупцию в Грузии. Это, с одной стороны, дает надежду на то, что коррупцию можно побороть в любой стране, но с другой стороны, опять же, если страна маленькая, то это проще, чем если страна гигантская. Поэтому для будущего людей, которые живут в этой стране под названием Российская Федерация, мне кажется, было бы намного лучше, если бы эта страна развалилась на несколько намного более малых и управляемых, и подотчетных частей, которые, где люди могли бы сами иметь какой-то контроль на то, что происходит самоуправление в их городе, в их области, в их округе и влияет на это, тогда постепенно вырастает поколение людей, которые чувствуют себя как бы заинтересованными в результатах. Но это долгий процесс. И на данный момент это еще сложнее в России, чем было бы и так, потому что просто, как я уже сказал, адекватные люди, мне кажется, многие люди с образованием, многие люди, которые владели бизнесами, которые как-то, они не ждут, когда их раскулачат, а они просто взяли и уехали. И это замедляет процесс. Конечно, может произойти то, что произошло 100 лет назад в России, когда наступает голод, и тогда попросят, чтобы добрые западные люди с Запада приехали. Нельзя же давать стольким людям погибнуть. Появляется Запад, потом кто-нибудь решил, что там можно завод продать, и туда-сюда, и постепенно это раскручивается. Но это раскручивается на авторитарном диктаторском уровне, потому что в конце концов нужно, чтобы людям просто как бы... Это же еще проблема в том, что Россия является невероятным иждивенческим государством, где люди ожидают от государства, что оно, поскольку оно ими владеет, то оно должно о них заботиться. И это такая извращенная мысль о том, как государство работает. Вместо того, чтобы мы наняли менеджера, который у нас сейчас президент, и он нам решает проблемы, а через 4 года мы его либо повторим, либо возьмем себе другого, это совсем другой подход, чем когда мы говорим, у нас есть царь, батюшка, президент, Владимир Путин, который делает с нами все, что хочет, но почему он так с нами плохо обращается? Вот так и обращаются, как вы позволяете, потому что, как мы видим, даже с примером того же Трампа,
Трампа. Если человеку удается обойти правосудие и избежать какого-нибудь импичмента, то после этого он не будет себя вести лучше, он будет себя вести еще более безнаказанно. И то, что Путину удается опять и опять выкрутиться, и он абсолютно зачистил политическое поле внутри страны, говорит только о том, что ему дают это делать, он будет это делать еще хуже, еще больше, и его население России абсолютно не волнует, и, видимо, это этот подход, который стал подходом россиян. Они как бы сами о себе, видимо, не заботятся, сами друг друга, так сказать, другие люди не заботятся, каждый сам за себя, все против всех, и такая страна в каком-то смысле теряет даже право на существование, потому что если у вас есть государственность, и вы ее так используете, может быть, вам эта государственность просто не нужна. Юрий, вот вы вспомнили о Дональде Трампе. Интересный вопрос. Скажите, пожалуйста, вот сегодня госсекретарь Энтони Блинкен разговаривал с своим визави с Украины Дмитрием Кулебой, и он заверил, что поддержка Соединенных Штатов будет до победы Украины. Это в свете того, что Вашингтон-Пост сегодня написал, что Белый дом сомневается в успешности контрнаступления вооруженных сил Украины. У меня вопрос. Вот выборы президента Соединенных Штатов в 2024 году. Сейчас, я так понимаю, под вопросом, сможет ли баллотироваться Трамп, выберут ли его кандидата. Но если мы моделируем ситуацию, если побеждают республиканцы, можно ожидать прекращения активной поддержки Украины? Я думаю, что администрация Байдена, каждая администрация уникальна своим подходом в принципе. Администрация Байдена отличается от подхода администрации Обамы, хотя оба, казалось бы, демократы. И более того, Байден был вице-президентом у Обамы. Казалось бы, что это будет продолжение той же политики, но нет, это абсолютно другой подход, потому что вице-президент должен поддерживать президента, а не в одной команде. Так это работает в Соединенных Штатах. Он может не соглашаться, или она может не соглашаться за закрытыми дверьми, но когда дело доходит до публики, то их первая задача сказать, я абсолютно поддерживаю президента. Поэтому каждая администрация будет действовать по-разному. И у республиканцев тоже есть как бы разные политики, разные варианты того, как они будут рассматривать внешнюю политику. К сожалению, той партии Рональда Рейгана, которая четко понимала опасность России, Советского Союза, коммунизма, этой партии практически уже нет. Теперь за последние 8 лет мы видим, что Дональд Трамп создал другую республиканскую партию, которая интересуется и изоляционизмом, которая, наоборот, больше привлекает бедных людей вместо богатых людей, вместо людей, которые считали, что только правительство отойди от меня, я сам со всем разберусь, я построю свой крутой бизнес, и не надо меня облагать налогами. Теперь республиканская партия, наоборот, сражается с большими компаниями, потому что им не нравится, как эти компании ведут свой бизнес. То есть абсолютный такой разворот, как когда вместо того, чтобы давать бизнесу и вести себя, как они хотят, и наоборот снимать с них любые ограничения, они хотят использовать силу и власть правительства, чтобы контролировать бизнес. Но это такой более, мне кажется, социалистический подход. Так что в этом смысле уже ситуация слегка поменялась. Насчет Дональда Трампа мы видим, что его поддержка сейчас растет, но она не растет за счет привлечения новых избирателей. Она просто растет за счет того, что все меньше людей поддерживают несчастного губернатора Флориды Рона Ди Сантиса. Так что мы говорим о тех же, так сказать, тех же голосующих, тех же избирателей, той же базе, которая сейчас как бы раскладывается по-другому и идет обратно, возвращается к Дональду Трампу, потому что он такой несчастный, на него, значит, ополчились прокуроры, и нужно, соответственно, что бы ты ни думал по поводу Трампа, его нужно сейчас поддержать и защитить от прокуратуры. Насколько он будет... насколько это повлияет на его шансы стать избранным. Сейчас это ему практически гарантирует номинацию от республиканской партии, то есть как бы первый тур. А после этого нужно будет идти против демократа. Если он пойдет против Байдена, то, скорее всего, он проиграет. Хотя сейчас это почти 50 на 50. Но все-таки считается, что если смотреть по штатам, то Байден должен вытянуть эту и получить переизбирание. Обычно вообще, когда мы встречаем двух политиков, которые уже встречались, то очень часто предпочтение
дается тому, кто уже выиграл, кто уже сидит в этой позиции, то есть Байдену. А если Трамп оказывается в Белом доме, то это единственный вариант, который действительно является угрозой нашей национальной безопасности, так же, как он являлся угрозой национальной безопасности, когда его избрали в 2016 году. Мы не знаем, сколько агентов наших спецслужб мы потеряли, потому что Трамп мог их сдать Кремлю, когда он разговаривал и сдавал секретную информацию, когда он пригласил Лаврова в овальный офис и Кисляка, и говорил, что теперь, когда я избавился от этого директора ФБР, наша проблема позади. Это человек, который выполнял повестку Путина и делал все, что нужно было Путину в течение 4 лет, и вышел из Сирии, и сдал Афганистан Талибану, и, в общем, навредил всем, кому только мог, за исключением Владимира Путина. Это понимание, которое, конечно, есть люди, которые эмоционально верят в Дональда Трампа и отказываются принимать новую информацию к сведению. Просто, есть такие, есть вата, которые тоже отказываются принимать новую информацию и просто верят в то, что она верит. Поэтому очень важно смотреть на результаты. И очень четко можно было просмотреть это, посмотрев на встречу Трампа и Путина в Хельсинки в 2018 году. Тут даже и слушать не надо. Просто видно, как один, кто из них главный, а кто сверху, а кто снизу. И ситуация в этом смысле сейчас достаточно понятна для большинства американцев, которые просто видят, что Дональд Трамп – это человек, который, в принципе, пренебрегает законом, который согласен на все, что угодно, лишь бы ему это помогло, который при этом не обсуждает проблемы американцев, а обсуждает только свои личные проблемы и хочет, чтобы вся партия занималась только им. Ну и не будем забывать, что когда он стал кандидатом в 2016 году от республиканской партии, единственную планку, которую он попросил поменять по политике партии, это по поводу Украины, чтобы можно было ее сдать Путину. За исключением этого, полностью его стране было все равно, что такое республиканская политика. Это аполитичный человек, который абсолютно настроен на то, чтобы уладить отношения с Путиным. И если ему для этого нужно будет сдать Украину, так он это уже пытался сделать, когда он говорил с Зеленским и сказал, знаете, вот у нас есть оружие, которое Конгресс уже вроде бы разрешил, сказал вам дать. Но все-таки я хотел бы, чтобы вы нам сделали одолжение. Такой мафиозный дон. Так что будем смотреть, если его, насколько его сможет замедлить прокуратура, потому что он может хоть из тюрьмы избираться. Но это большой груз на республиканской партии, потому что мы видим по опросам населения, когда спрашивают о республиканских политиках без упоминания Трампа. У них одна, так сказать, уровень поддержки. Когда тут же упоминается Трамп, то уровень поддержки всех республиканских кандидатов падает на несколько пунктов, что может быть достаточно, чтобы выиграть демократам на выборах. Юрий, очень спасибо вам за этот разговор. И особенно спасибо, как вы правильно, да, экспертно рассказали нам о внутренней кухне политической Соединенных Штатов Америки. Спасибо вам. Спасибо вам, Игорь. З нами був Юрій Рашкін, це є американський політик російського походження. А я кажу вам, підписуйтесь, коментуйте і ставите вподобайки. Звати мене Ігор Гаврищак. Побачимось в ефірі 24 каналу.